15 кот живет. Этот кот заснуть набраться не дает. Днем и ночью все заботы лишь о том, как свести скорее счеты с тем, естественно, котом. Он причесан аккуратно на пробор и ведет всегда приятный разговор. Рот улыбки разевает до ушей, словом очень раздражает нас мышей. Дышите.
Вытяните, вытяните руки, ноги вместе. Да, первый случай в моей практике. Всегда мыши дрожат от котов, а тут наоборот. Послушайте, больной, а вы не пробовали с этими мышами серьезно поговорить? Припугнуть, наконец, врезать? Доктор, как это врезать? Ну, не знаю, как, по шее, например. Что вы, доктор? Как-то раз на лоб сел комарик, так я стукнул себя по лбу, и больше нет комарика. Я всегда плачу, когда вспоминаю маленького, миленького кровососика. Два раза стукнул. Ну что ж, проверим. Послушайте, больной, у вас есть велосипед? Да, есть. А что? Вот, например, какой-то хам взял ваш велосипед, разбил его в лепешку, и эту лепешку принес вам. Что вы ему скажете? Дорогой, ты не ушибся? Нет, нет, он не ушибся. Он врезался вот в такой дуб. А дуб не пострадал? Нет, нет, не пострадал. Почему волнует дуб? Лучше волнуйся в своем велосипеде. А что о нем волноваться? Я ее потом металлолом сдал. Ну, а тому, кто вам разбил велосипед, вы ничего не скажете? Ну, а что? С каждым бывает. Ну, он совершенно не умел кататься, а сел на чужой велосипед. Не умел? Тогда я его научу. Ой, подождите, мне нужно выпить, успокоите. Да, совсем замучил, прохода нам не дает.
А что же вы ему не можете ответить? Да что вы, доктор, мы такие тихие, добрые, мирные, мы ему... Ну, давайте жить дружно. А он? Ну, в общем, доктор, мы очень хорошие, и нам нужно срочно прописать аспирин. Ну, посмотрим, какие вы добрые. Присаживайтесь. Вот вам сыр. Делите, как вам подсказывает доброе сердце. Ешь, дорогая подруга. Нет, ты ешь. Ты старше меня, тебе нужно питаться. А ты младше меня, тебе нужно расти. А где сыр? Сама съела, а ноги свариваешь? Я свариваю? Я отвернулся, а ты схватила! Обжора! Вот ваш сыр, а где же ваша доброта? Обжора. Не ищите, все равно не найдете. Ее у вас нет. И никакого зверина я вам не дам. Ужасно, а еще доктор. Ой, у вас кубик Рубик? Можно на минуточку? Играйте сколько хотите. Я когда кручу кубик Рубик, я обо всем забываю. Хорошо, доктор, что я вас встретил. Я как раз хотел позвать на вечеринку, созданную специально по случаю моего дня рождения. И обязательно непременно. Доктор, вы чем-то взволнованы? Да, у меня пропало сильнейшее лекарство от щепин. От щепин? А что оно делает? Оно отшибает память. Ну разве это не вредно? Что вы, наоборот, полезно. Вот представьте, что вам сегодня идти к этому зубному. Вот видите, вам страшно. Примите одну таблетку и идете к зубному, как на праздник. А что самое главное, что через некоторое время память обратно возвращается. Какое прекрасное лекарство. Да, ну где оно? Может, я его дома забыл? Пойду проверю. Доктор, не забудьте, вечером я вас жду. И обязательно и непременно. Вот он, мой аспиринчик, аспиринушка. Отдай. А ты точно аспирин? Сама прочти, на коробке написано. Я не умею читать, лучше ты прочти. Я тоже не грамотна. Эх, ты серость. А ты бледность белопузая. Девочка, а что здесь написано? Да, это точно от двери. Выпьем его и отшибем всякую коту. Всякую коту, коту своим взглядом. А что по одной? Давай по две для верности. Здравствуйте, гражданка. А вы кто будете? Я. Мышка. А вы? Я вроде бы мышка. Что-то я вас не помню. А это кто? Вы это мне? Вам, вам! Мы бы очень хотели с вами подружиться. А вы? Я всегда хотел, но вы не хотели. Мы? Не хотели? Что-то мы такого не помним. Ну раз вы плохого не помните, то я не буду. А вы хотите играть в кошки-мышки? Извините, но мне нет. Мне нужно готовиться к своему дню рождения.
Поздравляем! Поздравляем! А давайте мы вам поможем, картошки начистим, сыр нарежем. Я тронут ваше внушение, но всему по дому не помогает бабушка. А я хотела бы сделать спектакль любимой песни из любимых кинофильмов. Мы тоже любим мультики. А как мы поем, как соловьи. Ладно, я тогда на минутку. Как мы. Какой хороший котик, а как его зовут? Сейчас у меня боль. Вместе сижу на крутом бережку, надо мной плывут в небе облака. Ласково жмурится морда Леопольда, весело плещется бабушка Яга. Вы все напутали? Там не так поется. А мы помним, что так. Ты лучше играй, а мы будем петь. Что играть? Да все подряд, мы все песни знаем. Прилетит нам волшебник в голубом пылесосе и бесплатно посмотрит кино. Спросит, чей день рождения, заберет все печенья и с печеньем умчится в окно. Чунга-чайник весело живет. Он не ходит в школу круглый год. Чунга-чайник лучший ученик. Съел на завтрак с двойками дневник. Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто. Там уполнит она вместо чунга-чайник. Мы везем с собой кота, чижика, собаку, лысую макаку, обезьяну, кашалота и большого бегемота. И тогда наверняка подольет нам молока и, конечно, пригласит на день рождения. Много песен мы споем и ни строчки не соврем. Вот что значит память все на удивление. Так смешно, что я не стал вас останавливать. А знаете что? Чем ждать до вечера? Давайте отпразднуем прямо сейчас. Сейчас.